Депутаты Мажилиса парламента Нурлан Дулатбеков, Серик Сапиев и Нарине Микаэлян провели прием граждан в Каркаралинском районе. Жители могли задать интересующие вопросы и высказать пожелания. Большинство сельчан волновали проблемы отсутствия питьевой воды, а также нехватки детских садов. В своей статье глава государства говорит, что нужно сохранить свои исторические ценности и культуру. В этом направлении в районе планируется установить памятники некоторым выдающимся личностям. Но пока деньги из бюджета не выделяются, и это тормозит весь процесс. С предложением о том, что этот вопрос рассмотрели на уровне парламента, к народным избранникам Нурлану Дулатбекову, Серику Сапиеву и Нарине Микаэлян обратился председатель Каркаралинского районного общественного совета Абия Омаров. Если идея воплотится, то памятники Нагмету Нурмакову, Алихану Букиханову, Алимхану Ермекову будут установлены. В рамках статьи «Елбасы. Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» мы побывали в Егиндыбулаке, Талды и там встретились с местными жителями. Узнавали вопросы, которые их интересуют, выслушали пожелания. Празднование 350-летия Казыбек-Бей пройдет на этой священной земле. Многие задачи послания будут осуществлены именно в рамках празднования этой даты. Кроме того, жители поднимали вопросы обеспечения питьевой водой. Необходимо пробурить скважины для водного запаса. Кроме того, депутат Серик Сапиев встретился с молодежью Каркаралинска, где пообещал посодействовать в постройке спорткомплексов. Строительство спорткомплекса, я как спортсмен всегда знаю, что народу нужно заниматься спортом, нужно здоровье повышать свое. Благодаря спорту это, конечно, будет делаться. Знаю, что здесь небольшие есть залы, вот стадион есть, но строительство такого, конечно, спортивного комплекса, специализированного под несколько видов спорта, придаст большой толчок для развития спорта в городе Каркаралинске. Чему мы будем способствовать, депутаты? Выслушав все просьбы граждан, депутаты Мажилиса парламента приняли участие в районном активе и отметили, что все пожелания жителей не останутся без внимания. Асель Сазымбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.